Работа кипит на участке по улице Вокзальная дамба. Сотрудники водоканала производят плановую замену труб. Старые чугунные сети, которые уже отслужили свое, уступят место современным из полиэтилена. Как говорят мастера, такой материал используется по всей стране. Эти трубы почти вечны, устойчивы к повреждениям и не боятся коррозии. Кроме того, на их стенках не скапливается налет. После ремонта вода в кранах горожан станет чище. Сейчас установим колодец. Потом машина горизонтального бурения пробурят трубу, мы заведем в этот колодец и все засыпем. Ну и в дальнейшем, уже через какое-то время, когда грунт даст усадку, положит асфальт. Вместо того, чтобы ограничивать движение, перекапывать дороги и вручную прокладывать сети, специалисты доверяют эту задачу машине. Сначала методом горизонтального бурения прорывают канал под землей. В данном случае трубу протянут на глубине около 2 метров. Юра, полстанги с вращением. Траекторию движения устройства отслеживают наверху, благодаря датчику. На основании показателей выбирают градус поворота, если нужно, обходят препятствия на пути. Постепенно движутся к цели на той стороне дороги. Так и асфальт в целости и сохранности, и процесс идет быстрее. Трубу длиной 80 метров заменили за 4 часа. Подобные работы планово идут в разных районах города. Как только закончатся, всю систему запустят. Новые сети помогут улучшить качество воды и обеспечить ее бесперебойную подачу к потребителям. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс.